В середине июня певица Максим была госпитализирована в московскую клинику, поскольку почувствовала себя плохо. А позже ее ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ. Сегодня же появились новые данные о состоянии 38-летней певицы. По словам источника, артистка сейчас находится в критическом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы ее стабилизировать. Но с каждым днем ей становится все хуже. Несколько дней назад поражение легких достигло 75%. Сейчас эта цифра, по некоторым данным, составляет 80%. Представитель певицы отказался комментировать эту ситуацию. Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое. Прошу понять позицию семьи и близких. Каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом, заявил представитель певицы после появившейся информации. Также напомню, что ранее Максим перевели в условную группу КТ-4, к которой относят всех больных коронавирусом с большой площадью поражения легких. Как рассказывали ее представители ранее, тесты на COVID-19 показывали отрицательные результаты. А у меня на этом все. Услышимся!